Небольшие российские конфетки, которые сделаны в ручном формате, представляют из себя разные вкусы и плиточки шоколада в стиле Нового года или года быка. Почему-то имеют отношение к петербургской бирже, хотя были подарены маме просто на Новый год в качестве такого сладкого сувенира. Интересные, не все вкусные, но вполне приятные. Довольно-таки сладкие, с орехами, ягодами. Собственно, разнообразие очень большое. Спасибо вам за внимание. Смотрите мой канал, подписывайтесь. Конечно, ставьте лайки или дизлайки, как пожелаете. И ждите новые обзоры. Небольшие российские конфетки, которые...